Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале по обзору ICO, где я выбираю самые интересные, успешные, на мой взгляд, проекты. Сегодня я хочу рассказать вам о проекте под названием COI – Carbon Offset Initiative. Здесь сразу мы на сайте можем увидеть ссылку на white paper, обязательно рекомендую с ним знакомиться, тем, кто хочет инвестировать, так там есть вся необходимая информация по данной компании. Давайте перейдем в сайт на русский сразу. Здесь мы можем увидеть, что при ICO скачивается через 64 дня. Здесь можно по этой ссылке купить токены. Итак, Carbon Offset Initiative – это экологичное решение для отслеживания отходов и данных в различных промышленных сферах, использующее инновационную технологию блокчейн для повышения производительности при сборе, отслеживании и переработке отходов из разных источников. Миссия проекта состоит в том, чтобы помочь организациям и предприятиям экономить энергию, сокращать расходы и повышать коммерческую ценность при решении экологических и социальных проблем. Сможем посмотреть видео по проекту. Я вам расскажу подробно, как он работает. И также есть схема. Можно наглядно посмотреть все это дело. Также тут присутствует дорожная карта с 2010-го. По 2021 год со всеми их планами здесь можно ознакомиться. А здесь можно познакомиться с членами команды. Про каждого из них в профиль зайти и почитать, посмотреть всю нужную вам информацию. Также партнеров тут можно глянуть. И здесь оценочки на ICO рейтинговых сайтах. Также можно подписываться на последние новости проекта в LinkedIn, в Твиттере, в Фейсбуке, Инстаграме, Ютубе, Телеграме и Медиуме. А здесь можно посмотреть графики по распределению токенов. Вот, допустим, 77% идет на ICO, 2% партнерам, 2% советникам, 2% меритократии, 18% команде и 5% казначейства. И распределение ваших инвестиций. Как будет происходить. Также способ оплаты. Информация по токенам. Софткап по сборам 5 миллионов долларов. Хардкап 46 миллионов долларов. Работает на смарт-контракте ERC-20. Вот здесь ссылочка на него. Ну и также здесь можно посмотреть адрес главных офисов. А на этом у меня по данному проекту все. Еще раз хочу напомнить, что мой канал чисто информативный характер. Когда вкладывать свои деньги, выбор только за вами. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч.